примерно такого, в общем, и стоит от сегодняшнего стрима... Подожди. От сегодняшнего стрима ждать. Вот. Хорошо? Мы друг друга, я думаю, поняли, да? Я не могу наиграться с этими штуками. Ну, простите. Я ничего не могу с этим поделать. Я сразу заприметил эту дырочку. Я не то хотел сказать. Ты понял, Йози. Что? Я там очки уронил. Блядь. Что, сука, издеваешься, да? Мы сейчас за очка? Мы за очками пойдем тебе, да? Не, он же... Не, типа, а ты без очков. Не, не хочу туда идти, серьезно. Тупо из-за очков идти туда? Давай ударим Себастьяна, чтобы ему тяжело было передвигаться. Извини. Я без них не просто слепой. Но и вообще... Будто не я. Все хорошо. О, он такой. Давай я без них не я. Я в шоке просто с тебя, из дебилизма с этого. О, как хорошо, что я в прошлый раз до этого места не добрался. Я бы просто ненавидел игру, серьезно. У меня тогда с нее горело. И как я думал, умным. Но еще он был благочестивым, верующим. Чтобы не писали газеты, он был на стороне церкви. Отмахивался от обвинений, словно она непогрешима. Как-то тяжело стало передвигаться. Заткнись. Жалких крыс и суровых мужчин. О! Сука. Стреляют, Йось. По мне стреляют, Йось. Йось, из винтовки! Сука. Йось, он живой еще! Йось. Чуть не попал только еще. Йось. Ну давай, ну. Что ты? Спасибо, Йось, спасибо. Что на самом деле не так, конечно, но это было... так. Ямут. Хорошая ловушечка, но я в нее не попадусь. Я слишком умен. Привет, Пукич. Счастечко там. Здоровечко. Букич, я не знаю, кто это такой. Это, наверное, Папич? Наверное. Она изменит психологию, фармацевтику, да и сами сознания. Серьезно? Это же ебаный кошмар. Я не говорил, что система идеальна. А вот ты умеешь, нахуй! Я тебе сейчас стрельну! Рубик, ты ничего не слышал. 20 тысяч мозгов, и ты ничего не слышал. История, короче, про Киркорова. Расскажи еще раз. Жил-был Киркоров. Пел песни. И однажды он начал петь не свои песни. Вот. Пел не свои песни, пел. Думал, никто не замечает. Типа, если русские слова туда подставишь, то песня как будто твоя. А на самом деле песня чужая. Вот.
А потом начал петь свои песни. Но ему уже никто не верил, потому что за ним уже закрепилось то, что он ворует чужие песни. И он говорил: «Мое, мое, волки, волки!» А было уже поздно, потому что все считали, что он тырит песни. Так оно и получилось. Вот тебе история про Киркорова и волков. Представляешь, любовь у Рика и Морти. Типа, да. Рик, Рик, что это такое? Это мой член, член Морти. Простите. Чё я сказал? Чё вы ржёте? Замолчи. Я что-то не понял, да? Вы чё ржёте? Народ ржёт просто. Чё? Чё, что с тобой? Если кто не понимает, ну это потом, чтобы на ютубе видели. Смотри, смотри, вот. Ну вот, потом просто на ютубе такие пишут, типа, что ты с чатом разговариваешь? Потому что я стримлю на твиче. Я с чатом твича... Что это? Что вы ржете? Окей. Я не понял, я чувствую себя тупым. Вот. Сидит такой... Без твоих прохождений начинается ломка. Спасибо. Все вообще. Почему он читает таким голосом, я не знаю. Да, типа вообще не жалко. Он получил, что заслужил. Невоспитанные собаки заслуживают того, чтобы их били. Подбегает к тебе такая вот, бывает, зебра полосатая. Реально, вот в холке, наверное, выше тебя. И хозяйка такая... Да не бойтесь, он не кусается, он играет. Он в этот момент твою ногу доедает уже, короче. Реально, у тебя нога уже у него в пасти по колено. И, ну, я не знаю, у меня один раз было, я как ударил собаку. Ну, она, правда, маленькая была. Я ударил небольшую, я испугался бить. А маленькая, вот такая вот, шпик какой-то, или шпиц, я не разбираюсь в них. Шпик это, по-моему, сарделька. Подбежала, мне в штанину вцепилась, короче. И там: «Йося, Йося, иди сюда!» Я как пнул по ней, она вот так вот полетела. Хозяйка кричит: «Ты что делаешь?» Я говорю: «Сука!» О-о-о, где Рубик? Вон там! Что это у нас тут? Да у нас тут жопа, напрятаться некуда! Ну что делать-то?! Чё происходит? Тихо, спокойно. Ой, я запугался. Чё было-то? Нет, 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 ты где есть? Я тебя понял. О, ты твою мать, ты, сука! Как он это сделает? Он прям появился на мне и ничего не мог сделать, тварь. Что это было-то? Что это было такое-то? Какого черта? Это просто вопрос времени. Так будет лучше. Патроны мои, не трать, тварь. Какого хуя? Действительно. Это место я запомнил как самую эпическую тупость во всей индустрии за тот год, реально. Это просто показывает вот это вот. Ой, твою мать! Сука! Чат, я тебя ненавижу! Ох-хо-хо-хо!
Твою мать. Где твоя маска? Нет! Я, пожалуй, отойду. Так, спокойно, так, спокойно. Ууу, твою мать, больше. Спокойно. Там горит, там горит. Он, сука, знает, где я опять.